если меня слышно, я думаю, что меня слышно. Отлично, вот всем привет, с вами Артем Лаевский. И у нас сегодня финал, и извините, что ворвался очень поздно, у нас уже Escalade ведут со счетом 5-1 против команды ГГГ. Ой, извините, ГГГ, против команды ГГ. Ну вот, отличные два хэдшота, просто два киллшота от Люкана, просто на зиге. Пока познакомимся с составами, за команду ГГ играет у нас Люкан. Я не знаю, как произнести этот ник даже. Энханда, ла-ла-ла-ла-ла, Женя Вол, Сандаун Аудио. А за командой Escalade все те же игроки, это Акс, Шарас Кейси, Анихилатион и Пиксель ТВ. Ну что, с вами Артем Лаевский, это у нас финал Amazing турнира. Ну что, вот на Шараза врывались ребята команды коллектива ГГГ, пока там, я немножко сейчас буду теряться, потому что я вот не ожидал, что так вот быстро матч начнется, я немножко пропустил несколько первые 5 раундов, ну буквально. Ну что, счет 6-1, команда Escalade ведет, это у нас финал Amazing турнира, фасткапа номер 4. Ну что, Sundown Audio у нас уже минусует Анихилатиана. Где он его минусует? Ну, видимо, за вареньем. Ой, отлично, отличный хэдшот от ла-ла-ла и от Сандауна. Ну что, счет у нас 6-2. Пока что команда ГГ играет в догоняшки за командой Escalade. Ну, вы видели предыдущие три игры, как команда Escalade феерично просто финишировали с отрывом там буквально в 10 фрагов. Ну, образно говоря, в 10 очков, конечно же. И не оставляя никаких шансов. Ну что, у нас Pixel TV просто отлично ставит хэдшот, просто Жени. Ну тут Энханда все-таки разменялся в тиммейта на медле. Шарас у нас будет тоже выходить на мидл, отлично. Еще и Акс у нас дает этот хэдшот такой же классный. Но все-таки Энханда все-таки забирает Шараза. Ну что, у нас на медле еще есть Кейси, но Кейси точно не отдастся так просто, ну минус от Кейси. Энханда еще есть Зига, Сандауна бы снять, бы было вообще классно. Что Сандаун один, но тут Аксел сбрил 7, 2 счет у нас. Ну что, Escalade плюс 5 очков, они доминируют. Карта у нас Детускан, в финале довольно-таки классная карта. Финальная самото, здесь что за дефенс, что за атаку, можно вытворять чудеса. Но пока чудеса у нас творятся только за защиту. И от команды Escalade. Звучит-то как Escalade. Звучит как эскалатор, ну что. Анихилатин у нас уже дает минус коты, Женя Воу улетел. Ой, Люкен, отлично, минус перемычка Кейси. Или, видимо, коты минус Кейси, ну что, у нас сейчас будет еще выход на центр. Что есть у нас Анихилатин, у нас 15 хелсов около скрипа, ну что, Сандаун его все-таки забирает, ну что, вот еще есть перекат с центра, мы не законтрили, ребята, центр, ну что, смотрите, начинает сыпаться у нас защита, остается один Pixel TV, один в минус 4. Префайрить решил. Ну это прям наглый префайр такой был. Немножко мне лишь не понравился этот момент. Это вы видели, да, что он начал стрелять заранее, но шагов не было, я вам скажу честно. У меня в LMA лично довольно-таки хорошо еще слышно, и я шагов не слышал никаких. Ну да, по инфе он играл, но префайр там был какой-то прям жесткий. Ну что, будет сейф АК, видимо, это у нас счет будет тогда 7-3. Да, вот 7-3 в пользу команды пока что Escalade. Плюс 4 ведут Escalade, я думаю, что они не потеряют свою позицию лидеров. Тем самым просто закрепятся и выиграют финал, считай, все игры победы. И причем многие игры из них были фееричными. Да, у нас слетела команда Hidden Force, игрок Brush у нас подрубил, а подруба у нас не ценится. И поэтому Hidden Force улетели. И поэтому в финале у нас команда ГГГ. О, блин, ГГГ. Команда ГГ. Ну что, Пиксель заходит на мидл. Ну что, минус перемычка. Зашел просто в малый. Че будет догонять спину у Сандей. Люкан там дают 2 килла на Б. Что, открыли Б? Да, есть инфа. Была инфа про Пикселя. Да, вот ему флешки отдали. Ну, вот. Пока никто не чекает. Да, вот есть чек. Ой, отлично. Минус Алихатион. Анихилатиан. Анихилатиан. Ну, господи, что за ники? Как бы она придумывает народ, потом сиди гадай, что они сказали. Ну что, 7-4 счет, я немножко не следил за итогом счета. Но эко-раунд, волевой бай, можно так сказать, юспы, есть фамасы, есть диглы, есть раскид. Но все, запустили ребят на Б, ребята спокойно зашли. Энханда 100-метровку уходит, префайром пытается на юспы выйти, да, он понимает, что юспы
Нет, не вылетает у нас там. Ой, врыв от Кейси. Просто тут еще игрок вырывается. Ну тут отлично, дали 2 килла. Ну что, остается Женя Воу с Люкеном вдвоем на А. У ребят есть девайсы и дропы. Ну что, у нас тут есть Женя Воу, он будет 100 метровку сбивать на. Ну да, можно сбрить. Да, минус один. Ну тут элементарно, Ватсон. На мидл хай отдал, ни в кого не попал, 100 метровку флеш отдал. Ну где у нас ребята тут? Оба со 100 метровки. Нет, не неудачный стрейф, но тут Пиксель молодец, разменял. У Пикселя время поджимает, я думаю, что Люкан просто зайдет сейчас в скрип и не даст ему разминировать. Нет. 7-5. Ну что, смотрите, как команда, как только я зашел, команда ГГ начала рваться вперед, а команда Escalade как-то подрасслабились. Я думаю, что еще немножечко поддавить им. Я думаю, что Escalade вообще перепрыгнут и будет 8-7, но это еще все впереди, мало ли, может сейчас команда Escalade покажет. Я вижу, что у них полный бай, я вижу АВП у Шараза. Да, мидл мажет Шаразу, но что? АВП не оправдала свои ожидания, видимо, сейчас будет выходить на контакт. На медле, ну тут очень много смоков, далее АВП немножко в истерике, он не знает даже куда бежать, но куда бежать, если весь мир против тебя. Коты сейчас будут флешечки, хаешечки отдаваться, ну там, ой-ой-ой, Женя Воу, видимо, на котах, он получил хае, на 74 хелса у него остается. Ну тут Зига сейчас сандаун у нас пытается пройти, сандаун аудио. Ну что, вот это, что это за ник вообще, сандаун аудио? Это фраза уже. Женя Воу, отлично, у нас минус коты, Кейси у нас улетел. Ну что, флешка за варенье будет, я думаю, что сейчас будет выход. Да, выход на точку, спот А, видимо, полностью пытается пропулить точку А. Ну что, пуля, это, конечно, отлично, но что, план сейчас главное прочекать и варенье. Все, А чисто. Запустили ребята на А, я думаю, что сейчас будут выбивать. Причем конкретно выбивать. Энханда, смотрите, позиция довольно-таки рискованная, но она оправдывает свои ожидания. Минус 2 от Энханда, еще и минус 3, мне кажется, будет. Нет, тут лала, я думал, это Энханда так и положил дуплет. Ну что, смотрите, 7-6, как-то ГГ. Переломили ход матча и у команды Escalade. И что делать Escalade? У них сейчас опять полубай будет, полунарезка будет. И сейчас команда ГГ, я думаю, что сейчас дадут снова им жару. Я вижу там Дигл, Юсп, 2 Фамаса. Ну, опять полуволевой закуп. Ну что, первый полетел Пиксель. Кто же будет второй? А второй у нас будет Женя. Ну что, размен. Хаю еще получают на котах, отлично. Анихилатия у нас немножко красный, но Шарас. Хедшот великолепный просто ставит. Отличный хэдшот, я просто призадумался, немножко меня отвлекли со стороны, но все, я полностью с вами, теперь я весь абсолютно ваш. Ну что у нас, стяжка пошла, и даже не посмотрели на коты, ребята, ну что то как-то вообще забей. Ну что, сандаун аудио у нас, 8 хп, нет, сотый сандаун у нас, ставит на Б, инфы никакой нету, ну что, тут есть у нас Акс, ну отлично, Люкан 8 хп, я вам напомню, что он очень красный, и у него шансов затащить вообще не. Просто на волосок, дружище, был в нас смерти. И повезло, что сандаун не попал просто. Ой-ой-ой, выходит, зажал мимо. Ой, и минус Люкан. Ну что, тут дефьюз. 8-6, Escalade пока что впереди, но это не особое преимущество на карте Детускан. Вы видите, что у меня за карта. Ну, ребят, кто разбирается в этом, ребят, пожалуйста, помогите стримерам, а? Помогите, заплачу денежку даже, если ты мне исправишь вот этот косяк. Ребят, даю 50 рублей тому, кто мне исправит, сделает человеческий вид сверху карты. Все слышали, да? Кто хочет заработать, 50 рублей на мороженка хватит. Ну что, сейчас будет выход по котам. Ну кинь, хае, ну кинь. Ой, попал, аж снова в Женю попадает. Спрейт, он в Люкана попал. Ну что, сандаун аудио у нас первый распечатывает банан. Ну что, у нас Пиксель улетел, сейчас инфа полетит. Женя Воу у нас еще где-то Акса забирает. Но, видимо, еще Женя Воу тут забирает. Шарас, конечно же, разменял своего тиммейта. Неплохо. Смотрите, как защита уже в меньшинстве. И это, походу, раунд за ГГ будет. Да, вот они плотно Б зашли уже. Нет, смотрите, Люкан. А, не чекнул Люкан скрип, он дает инфу, что 100 метровка и около трешки. Ну тут Кейси молодец. Лала контролит он 100 метровку, там же есть авейпер. Же есть авейпер. И вот он на авейпер дает о себе знать, что у нас Энханда и сандаун аудио. Энханда сейчас будет ставить подсвечку. На пятачок, конечно же, будет
пятачок спреет со всех сторон, и девятка, ну, сам давно, то есть, оправдывает себя. Ну что, у нас есть Шарас, 15 голосов, я думаю, что он будет пытаться тащить, ну что же, ласт раунд все-таки. Я понимаю, ГГГ, да, 8-7, смотрите как. Ну что, ребят, ГХ. Сами перейдете ли пинка поддать, как говорится. Ну что, ребят, конечно, сами перейдут. У нас дают лайф, рестарты. Это, напомню, что финал The Amazing Fast Cup номер 4. С вами Артем Лаевский. И у нас сегодня в финале команда Escalate и команда ГГ. Обе команды из России, напомню. Ну все, я с вами немножко увлекся. Ну что, ребята, вы смотрите, зашли на спот А. На Кнайф даже взяли игрока ГГ-ла-ла-ла. ГГ-ла-ла. Ну что, у нас Сандаун Аудио остается 1 в 2, но тут пиксель красный немножко. И Кейси тоже 75 хелсов, но там Юспы, смотрите, они идут к нему на контакт. Пачка, видимо, у него лежит. Ну что, Сандаун Аудио раз хэдшот дает. Чтобы сейчас пикселя забрать. Ну, что-то непонятно, ребята, выцеливают друг друга, смотри. Ну, да вы видите, пиксель 20. Пиксель вообще повис, да, это реально ха-ха. Ну что, 8-8, пока что счет равный, олимпийский, и как-то повезло команде ГГ, что вот так вот все произошло. Не в их пользу, как-то парень завис еще вдобавок сверху, и как-то вроде ГГ, вроде эскалейт ворвались, вроде дали минуса, но ГГ переломили ход. Ну, это первый девайс, вы сами видите, за игроками эскалейтов и за командой ГГ. Там я смотрю, видите, диглы я вижу, один дигл, три глока и Галил. Смотри, Галил пробивает у нас точку Б, ну что, смотрите, спот Б занят, уже девятка есть, но Люкан, Анилихан... Анихалетион, блин, меня этот ник вообще пугает, он, ну что, Люк, он еще дает киллы. Что там есть Галил спрейт, отлично, минус. Ну что, нет, все-таки пытались ребята от Галила сыграть, но ничего не получилось. ГГ выходит вперед, 9-8, и что же? А, да, 9-8, выходит вперед, тут, смотрите, у нас сожжение волн. Ну, тут статистика не особо важна, потому что первые два раунда они ничего не решают, по сути дела, по статистике. Если не даешь, конечно, эйсов. Ну что, ребята, у нас на полном эко, они будут сейчас пытаться выходить. Мало перемычку, но Зиг уже поджим идет. Если он сейчас выбить девайс в Зиге, я думаю, что будет вообще шикарно, если девайс продавят. Ну да, попали. Убегает игрок подальше от них, да, вот еще хаей сейчас прилетит. Вот, врывались они на ла-ла-ла. Но он так просто не дал. Извините, я сейчас включу на секундочку рекламочку. И все, я снова с вами. Пока ничего не произошло, пока я сделал вам рекламку. Мне просто срочно... Ой-ой-ой, Шарас, реально вешает Шаразу. Ну что, ну тут Женя спрейл. Женя отлично спрейт просто по прямой дуге. Ну тут два дружища просто легли, даже три легли просто друг за другом, аж в ноги падая друг другу. Респект Жене, Женя взял раунд 10-8 в пользу команды ГГ. Видимо, они хотят сильно очень завладеть этим финалом, и эскалейту надо что-то предпринять за атаку, ибо они посыпятся. Ну что, ребята, вот смотрите, видите, пытаются они мидл продавить, пытаются найти слабину. Ну там Фомас на углу стоит, не дает им пройти ничего. Сейчас флешка будет, и, видимо, врыв на мидл и коты. Да, вот две лишние флешки падают. Еще и хаешек сколько-то поналетало на мидл. Пиксель просто все их поймал почти, но 58 фелсов у него. Тишина какая-то, знаете, происходит на карте. Ну что, пиксель врывается на мидл, ну что, лагнуло ХЛТВ минус 4 просто. Анихилатин остается у нас один. Ну что, Анихилатин раз килл. И ситуация один в один против Жени Воу, есть 50 секунд, 45 точнее, Анихилатиан, Жени Воу на готах, и что? Люкан у нас повис,
Ой-ой-ой, у меня... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Поздравляем, вы выиграли iPhone. Конечно, спасибо, ребят, я выиграл, конечно, iPhone. Ну что, Женя Воу или Анихилатин? Ну все, есть инфа про Анихилатина, есть инфа про Женю. Главное, план поставить 19 секунд. Ну что, у тебя... Отлично, Анихилатин молодец. Просто два не растерялся, два в один затащил. Ну что, 10-9. Скалы все-таки смогли перебить матч. Это у них отлично получилось. И они немножко приблизились к победе. Но пока что ГГ на один шажочек, на один лилипутик впереди. И я думаю, что им не составит проблемы дойти до конца. Но пока ничего не получается. Пока идет такая разменная игра. Ну что, у нас ГГ Энханда у нас первый килл дает. Пиксель у нас улетел, извините, это меня отвлекает со всех сторон. Пиксель у нас улетел, но Женя Воу все-таки Анихилатина забирает. Ну что, у нас сейчас хаешка за варенье полетела, но не полетела все-таки за варенье. Минус респа, минус акс дает, минус ла-ла-ла. Ну что, отличная серия хедшотов, киллов, дом проспрейт, отлично. Дом проспрейли, трешку, зачем с глоком на трешку? Есть АК, есть АК, есть твои тиммейты, почему бы и нет? Ну что, у нас остается один игрок. Ханда, хо-хо-хо! Но если бы он сейчас совершил чудо, я думаю, что я бы просто офигел. Ну что, счет 10-10, я снова включу рекламку, меня отвлекают. Все, я обратно вернулся с вами, я снова здесь. Все, я отписался, всем, все довольны, всем мир и печенюшка. Ну что, у нас вот уже два шарас у нас дает два просто киллшота у нас уже. И Кейси у нас дает, ну, видимо, экораунд, как я понял, от команды ГГ. Я сказал, сейчас возьму себе в копилку 11, будет 11-10. Да, вот. Анихилатин находит Эханда просто, ну что такая-то Санта-Барбара. Анихилатин и Ханда. Эханда, не стреляй в меня, я же твой Анихилатин. Но он, видимо, растерзал соперника. Что у нас, Шарас, 8 хелсов. Что он сделал, господи боже. Просто я не могу вообще. О, господи. Просто так не допрыгнул вообще до самого края просто. Там буквально пару метров не долетел. 11-10. Да, 11-10. Escalade пока что впереди. Они 8-7 первую половину выиграли. И пока что еще 3-3. Ну что, врыв на мидл снова будет. Мидл плюс коты. Да, вот коты не получилось пройти, но мидл отлично. Серия разменов небольшая, ну что тут? Снова серия разменов на планте, ну тут Кейси, конечно, забуянил. Еще Анихилатин помог, ну что у нас, Люкан, и Люкан от Кейси упал, ну что? Это вообще ужасно, ужасно мидл контроли с игроками ГГ, они его вообще отпускают, играют на заход, а это очень грустно, когда тебя начинает атака со всех сторон поджимать. 12-10, пока что эскалейт у нас впереди. Ничто же, сейчас будет, видимо, повторный врыв на мидл. Ну тут уже Анихилатин будет с расчетом, что будет поджимать зиг-банан. Тоже хочет уловить такую маленькую фишечку. Ну что, минус мидл все равно дают. Смотри, Шарас у нас все-таки дает минус 2 перемычка. Да, видимо, экораунд. Кейси, раз килл на планте. Ну что тут еще? Акс у нас перемычку. Ну что, Лала все-таки забирает с большого одного противника. Ну, спрейте, ребят, но все-таки доспрейли. Ну что, 13-10, смотрите, как Escalade все-таки переломили исход этого матча потихонечку и вырывается пока что вперед, но все-таки ГГ наступает на пятки, и вы сами видите, у них сейчас бай абсолютно полный, я вижу там гранаты у всех в руках, там USP гранаты и полный закуп, но сейчас будет, видимо, то снова жарил, но опять у пикселя дигл, а нет, у него АК дигл, ого, АК дигл, богато живем. Что сейчас будет Женя врываться на мидл под флешечку. Отлично спрейт он противника. Кейси, конечно, тайминг неудачно поймал. Но игроки защиты отличный тайминг словили. Женя Воу снова ловит отличный тайминг. 22 хелса. Я думаю, что его сейчас заменят на позиции. И вот у нас Люкан. И Шазар. Шарас у нас с Аксом просто по хэдшоту дают. Перебили дом. Хае. Минус один снова от Шараса. 2 в 2 у нас. Акс остается с Шаразом против двух игроков защиты. И смотрите, какие действия ребята поставили на Бесса. Сандаун Аудио у нас сейчас будет выходить из дома. Вот он уже на мосту. Вы сами все это видите прекрасно. Тут есть Акс, Лала. Смотрите, сейчас будет тоже по Б проходить. Лала. Ну все, Шараз
Поймал отличный тайминг, он фул. Ну тут Акс, отлично сыграл. 14-10, но вы сами видите, что эскалы сейчас, мне кажется, сейчас переломят, порвут вообще напрочь эту струнку, которая висела между ними в догоняшках. И просто вырвутся вперед и выиграют финал. Ну, я так предполагаю. Ну, да-да-да, эко-раунд от команды ГГ. И, как вы понимаете, будет last round сейчас после этого для команды Escalade. И они поймали кураж свой. Они поймали кураж, что немаловажно в игре, это поймать свою игру, почувствовать ее. Да, вот видите, 15-10. Команда ГГ просто полностью напрочь рассыпается. Ну что, волевой бай, конечно же, будут делать игроки. Они сделали эко, 2 АВП. Ну что, понеслась? Понеслась. Ребята, для вас last round. Вы сами все понимаете, что надо тащить, либо уходить с поля боя, ну, побежденный. А команда Escalade останутся на поле боя, а после чего уйдут непобежденными. О да, детка. Они выиграют. Ну что, врыв по зиге, Sundown Audio у нас дает раскилл. Кейси у нас улетел. Кто-то пытался еще там продавить, но смотрите, Sundown Audio еще дает минус килл, у нас банан. Точнее, не зигу, вот я уже запутался. Энханда у нас тоже дает килл. Ну что, Акс, он срывается, мосспот. А, смотрите, как он зашел просто строго. 100 метровку по минус 0. Ну, ребят, в ноль взяли, смотри, ГГ. Дали жару, конечно, команде Escalade. Но Escalade, конечно, закуп будет. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, что закуп будет. Ну что, ребят, понеслась. Дубль 2, повторите такой же фееричный просто раунд, как вы взяли все киллы, дали, никого не потеряв. Ну что, мне кажется, сейчас будут команду ГГГ снова по медлу пробивать. Там есть авейперы, но авейперы мажут. Да, вот Пиксель тут пытается что-то сделать, пытается выйти на внезапность на авейпера, ну еще и флешку поймал. Да, правильно, поймал флешку, садись и откатывайся назад. Это действительно правильно так и есть. С горки здесь очень плохо все видно. Ой-ой-ой, Женя волосики дает. Ну тут уже тавер, смотрите, строится на ящике. Просто пытается опять залезть. Ла-ла, отлично, спрейт игроков. Ну что, Эханду поменяли. Но Женя Воу дает килл еще шарас. У нас дает еще один килл. Ну, все-таки Женя Воу его перебил. Ну что, смотрите, 15-12. И что, дигл раунд? Нет, это волевой бай. Это волевой бай. Есть диглы, парочка. А, нет, 4 АК и диглы пикселя. Но смотрите-ка, уже поджимает экономика эскалейтов. Если сейчас игроки, коллектив, команда ГГГ у нас возьмут раунд, то следующий раунд будет эко. И я думаю, что команда ГГ спокойно соберет. Но пока что команда защиты очень сильно потеряли ХП. Ханда у нас поджал. Отлично, но его перебили. Перебили, конечно же, перебили перемычку. И что? Ребята будут на спот Б выходить, да, как я понимаю. Да, вот они на спот Б уже зиг готовятся, выход. Ой, видел голову. Ей не показалось, чувак. Вот у нас под вареньем есть кто-то вейпер. Ну, мажет авейпер. Ну, Акс где-то у нас уже нашел от противника. Санды аудио. Ну, пиксель. И вот он, я Акс на котах. Пиксель, ла-ла, мидл. Б минус от Анихилатиана. Ну что, у нас остается один ла-ла. ГГББ, Мэтт пишет. Ну что, все. Поздравляем команду Escalade. Браво, ребят, я вам лично похлопаю. Великолепно, вы просто провели все эти матчи. И в финале, конечно, дали жару. Немножко было волнение. Но они его, конечно же, пересилили. Но команда Escalade заняли первое место. Поздравляем вас, ребята. Первое место на The Amazing. С вами был Артем Лаевский. И всем пока.